попробуем сегодня построить подземные бункеры. Система очень сильно похожа на систему, как это было в Arma 2 в моде Dizia Regions, где можно было строить такие небольшие сараи многоуровневые. Вот все материалы, которые сегодня понадобятся. Также лопата. Выбирается любое такое свободное место. И нужно выкопать, так скажем, место для подземного бункера, чтобы сделать люк. В итоге получается такая вот заготовка, куда нужно поместить гвозди, доски и бревна. При помощи топора находим место и начинаем строить люк. Посмотрим, что находится внутри. Так. Темно и страшно. Достаточно скромно, но эту штуку можно сделать еще больше, как я понимаю. Так, потолок, стены, пол, все на месте. Точно так же при помощи лопаты можно улучшить это строение. В принципе, делаем то же самое, что мы делали первый раз. В этот раз понадобилось гораздо больше вещей. И также тут можно повесить такую вот лампу. Понадобилось 20 листов металла и также 6 бревен, досок и гвоздей, как это было первый раз. Так вот, но я так понимаю, теперь можно это еще раз улучшить. Вот так вот стало немного красивее и уютнее. Размер не изменился, деревянный пол и деревянно-металлические стены. Но я так понимаю, это еще не все, так что сделаем эту штуку немного поинтереснее. По ресурсам все то же самое практически, только нету досок, а вместо досок нужны были бетонные блоки в количестве 5 штук. Итак, последняя стадия улучшения подземной базы. Ух ты. Двери, свет и много пространства. Так я понимаю, это у нас основное помещение. Улучшать уже больше ничего не получается. То есть это, так скажем, предел. Решил тут немного преобразить строение. Снаружи ничего не поменялось, все такой же неприметный люк, который сложно найти. Можно поставить замок, кодовый или обычный. И все это выглядит следующим образом. Такое светлое помещение. Можно сюда заносить любые предметы, бочки, ящики и другие, так скажем, аксессуары. Это я решил сделать такую временную мини-базу. Поставил кровать, холодильник, ящики, и вот кофемашина стоит. Довольно-таки уютненько. Вот как-то так.